6 команд вышли в финальную часть отборочных региональных соревнований. У нас получается по городу Москве. Сейчас первые три команды группы А будут поочередно встречаться с тремя командами, первыми тремя командами группы Б. Первая игра с Кировской. Вечный соперник в прошлом году. Нет, не в прошлом году. Два года назад Кировская вынесла Бауманской на четвертое место и поехала на первенство России. Правда, Бауманской тоже повезло. С четвертого места удалось поучаствовать в полуфинале в Белгороде. Кировская сегодня так же, как и два года назад, играет с усилением. Три игрока из команды 2007 года. Это братья Антоновы, Александр и Андрей. И либеро команды Белякин Сергей. Конечно же, они 2008 года рождения, но учатся и тренируются с командой 2007 года. Серьезное испытание, совершенно непредсказуемый результат этой игры. Итак, Иван Шевцов на подаче. Игра началась. Атакует Иван Лапкин. Мосеев нападающий Кировской. Атака выше блока. Бау. Так, 1-0. Бауманская вышла вперед. Илья Назаров выбивает переходящий мяч. 2-0. Подача в сетку. Ребята договорились, что на ошибки не будут обращать внимания, потому что важна только борьба. Все эмоции оставим на после игры. Итак, на подаче Мальков Илья. Алексей Коротенков. Скидка переходящего мяча. 3-1. На площадку выходит Захар Новиков вместо либера. Шор Бауманская Андрея Трепутень. Алексей Коротенков готовится к подаче. Очень сегодня шумно. Приехали болеть родители. Захар мог бы, конечно, поработать на сетке. Сбрасывает переходящий мяч со стороны Кировской. Иван Лапкин на подаче. Четвертая зона, все так же мощно. 4-2. На подачу выходит Тимофей Таганов. Антонов Александр атаковал. Арбитр фиксирует попадание в бау. 5-2. Бауманская впереди. В первой партии. Атакует Иван Лаптев. Мяч пролетает между руками блокирующего Захара Новикова. Широко расставил руки Захар. 3-5. Подачи Егор Ковальчук, 10 номер. Шор Кировская.
подхватил мысли Бауманской. 4-5. Мяч улетает в аут после атаки. Ивана Лавкина, арбитр фиксирует касание мяча у кого-то из игроков Бауманской. Счет равный 5-5. Продолжает серию подач Егор Ковальчук. Атакует теперь со второй зоны и выходит на подачу. 6-5. Бауманская на шаг впереди. Первой партии. Все только начинается. Вся борьба впереди. Иван Кирсов выигрывает борьбу над сеткой. Скидка под сетку. 7-5. Продолжает подавать Илья Назаров. Атака вау со стороны Кировской. Не могу сказать, кто атаковал. Тайм-аут берет тренер Кировской. Перерыв. Закончился перерыв. Мужчинский вздох на продолжение первой партии. Счет 8-5. Бауманская на 3 очка опережает Кировскую. Подает Илья Назаров. Есть прием. Отлично играет Андрей Трепутень. В приеме атаки от Кировской. Не работает блок Бауманской. Совершенно не мешает атаке со стороны Кировской. 6-8. Подальше выходит Александр Антонов. Усиление с 2007 года. Подача вау. 9-6. Выходит на площадку Алексей Каратенцев вместо лидера Бауманской на подаче Захар Новиков. От блокирующих Бауманской мяч уходит в аут. 7-9. Кирилл Мельников, 9 номер, Шур Кировская, готовится к подаче. Бауманская пытается играть первым темпом, но атаки не получается. Получается скидка в исполнении Алексея Каратенкова. Но проходит атака со стороны Кировской. 8-9. Одно очко отделяет Кировскую от Бауманской в первой партии. Подача вау. Ошибается Кирилл Мельников на подаче. 10-8. Бауманской на подачу выходит Кирилл Багарян. Атакует Иван Лапкин и опять дырявый блок Бауманской. Алексей Каратенков блокировал. От рук Алексея Каратенкова мяч опускается на пол площадки Бауманской.
Максим Козлов на подаче, третий номер, Тур Кировская. Подача в либеро. Кирилл Бадарьян неожиданно для себя атакует из неудобного положения. Но Кировская не справляется с приемом этой атаки. 11-9. Очередь. Подавай доходит до Ивана Клевцова, который открывал эту игру. И опять Иван Лаптев не мешает ему атаковать Бауманская. Все великолепно знают этого игрока, какие проблемы он приносит. Надо поплотнее работать с Иваном. Путень, расслабленные пальцы. Мяч улетает за голову Лаут. Счет равный 11-11. Атакует Илья Назаров. Кировская блокирует атаку и выходит вперед. 12-11. Илья Мальков до подачи. Кирилл Багарьян накатом хочет перебросить блокирующих, но мяч оказывается в сетке. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Продолжаем смотреть третью партию. Счет 13-11 в пользу Кировской. Илья Назаров атакует мощно из четвертой зоны. Не задевает никого из игроков Кировской. 12-13. Минус один у Бауманской. На подаче Алексей Каратенков. Длительный розыгрыш. Илья Назаров перехватывает скидку со стороны Кировской. Счет равный 13-13. Продолжает подавать Каратенков Алексей. Атакует высокий восьмой номер Александр Антонов. И забивает 14 мяч. 14-13. Илья Назаров надежно, мощно пытается завести свою команду. 14-14, счет равный. Упорная борьба завязалась в первой партии между Кировской и Бауманской. Подает Тимофей Таганов. Неуверенно играют блокирующий Бауманской. Мяч переказывается через сетку на сторону площадки Бауманской. 15-14, Кировская на одно очко опережает Бауманскую в первой партии. На подаче 10 номер Егор Ковальчук. Вроде бы поднимает мяч, но мяч летит
в обратную сторону, там где никого нет из игроков Бауманской. 16-14. Продолжает подавать Егор Ковальчук. Александр Антонов. Усиление с 7-го года. Самый высокий игрок в команде Кировская. Забивает 17-й мяч. 17-14. Илья Назаров. Атака по блоку. От блокирующих мяч уходит в аут. Подает Илья Назаров. Первый темп. Играет Кировская, но неудачно. Мяч в сетке. Атаковал Максим Козлов. 16-17. Сравнивает счет 17-17. Поднимает сложный мяч Тимофей Таганов. Но борьба продолжается, мяч в игре. Двойное касание фиксирует арбитр, у кого-то из игроков Кировской. Бауманская выходит вперед, 18-17. Блокирующих Бауманской мяч выходит в аут. Счет равный 18-18. Очень ровно идут команды. Как говорится, ноздря в ноздрю. На подаче 8-й номер Александр Антонов. Иван Клепцов выводит свою команду вперед. 19-18. Вот это борьба. Арбитр показывает, что Алексей Каратенков сыграл на чужой территории. Вроде бы поставил руки. Подает, есть прием. Кирилл Багарьян, отличная атака из второй зоны. Мне показалось, Кириллу не очень удобно было атаковать, мяч был за антенной. Но атака по диагонали. Кирилл выводит команду вперед, 20-19, и выходит на подачу. Атакует Иван Лаптев. Атака Бау. 21-19. Продолжает подавать Кирилл Багарьян.
22-19. Бауманская забрала трехочковое преимущество. В конце первой партии тайм-аут берет тренер Кировской. Перерыв. Продолжаем смотреть упорничую борьбу между Бауманской и Кировской. Первая партия, счет 22-19. В пользу Бауманской на подаче Кирилл Багарьян. Иван Клевцов действует прямолинейно, атакует прямо в блок. Бауманская теряет 20 очко, 20-22. Максим Козлов, третий номер штор Кировская, выходит на подачу. Бауманская не справляется с приемом. Иван Клевцов уходит в запас. Вместо Ивана на площадку выходит Кирилл Войнов. 22-21. Всего лишь одно очко в запасе осталось у Бауманской. Одно очко преимущества. Продолжает подавать Максим Козлов. Подача вау. Чувствуется напряжение. Психологическое напряжение. От этого и ошибки, конечно же. 23-21. Кирилл Войнов готовится к подаче. Со стороны Ивана Лаптева. Первый раз получилось заблокировать Ивана. Самый нужный момент. 24-21. Сет-гол. Подавать будет Кирилл Войнов. И это победный мяч в первой партии. Кирилл Войнов подает укороченную подачу. 25-21. Перерыв. Звучит свисток на начало второй партии. Встречаются Бауманская и Кировская. Длительный первый розыгрыш. Четвертая зона атакует и добывает первое очко во второй партии. 1-0. На подачу выходит Алексей Каратенков. Мяч уходит в аут. 2-0. Иван Лаптев атакует мимо площадки. 3-0. Алексей Каратенков. Есть прием. Кирилл Войнов принимает мяч на задней линии. Илья Назаров. Атака мимо блока. Пытается попасть в линию. Но мяч, к сожалению, уходит в аут. 1-3. Подача переходит спортсменам Кировской. На подачу уходит седьмой номер Илья Мальков. Двойное касание фиксирует арбитр у кого-то из игроков Бауманской. Не проходит хитрость.
от Захара Новикова 2-3. Илья Мальков на подаче. Илья Назаров, мощная атака по блоку. Такая мощная, что мяч улетает в аут в сторону Бауманской. 4-2. Тимофей Таганов вводит мяч в игру. Илья Назаров скидывает переходящий мяч под сетку. 5-2. Не принимает подачу Тимофея Иван Лаптев. 6-2. Совершенно бестолковая игра на стороне Бауманской. Мяч перелетает. Летит парашютиком и падает на пол. И никто из Бауманской не бежит к мячу. 3-6. Иван Лаптев на подаче. Выставляется блок против Ильи Назарова. Продолжает подавать Иван Лаптев. Двойное касание фиксирует арбитр у игроков Бауманской. 5-6. Войнов атакует вау. Бауманска растеряла преимущество. 6-6. Илья Назаров создает проблемы для Кировской. Трудно защищаться от атак Ильи. Слишком уж сильные атаки. Илья выводит Бауманску вперед. 7-6 и выходит на подачу. Выставляется блок. Кирилл Бойнов явно выставил ладошки в сторону аута. Туда же мяч и улетел. 7-7. Счет равный. Егор Ковальчук. Подача в сетку. 8-7. Бауманской на подачу выходит Захар Новиков. Подача в либеро. Либеро справляется со своей задачей. Кирилл Мельников атакует мощно до пола. Никто из игроков Бауманской не помешал атаки Кировской. Счет равный 8-8. На подаче Александр Антонов. Кирилл Багарьян. Атака по сетку. Мяч касается кого-то из блокирующих Кировской. Кирилл выходит на подачу.
Назаров решил не принимать мяч, и зря, потому что мяч коснулся блокирующих Баумовской. Счет равный 9-9. И проходит скидка от Тимофея Таганова. Иван Лаптев атакует вал. 10-9. Очень ровно идут команды. Прям пошагово забивают. Одно очко преимущество у Бауманской. Подает Кирилл Бойнов. Укороченная подача. Атакует Иван Лаптев и опять не попадает в площадку. Подачу готовится Кирилл Бойнов. Перехитрил сам себя. Укороченная подача в сетке. Очень уж укороченная подача. 10-11, минус 1 у Кировской. Подачу готовится Максим Козлов. Высоковата была передача для Ильи, но Илья дотянулся. Все у него получилось. 12-10. Упорнейшая борьба. Очень интересно для зрителей. Интереснейший матч. Алексей Каратенков. Тройной блок выставляется против Ивана Лаптева. Но Ивана Лаптева у Ивана получается забить этот мяч. Блокирующий мяч в аут уходит. 11-12. Илья Мальков подает. Повторно. Первый раз не получилось Ильи забить. Второй раз добивает переходящий мяч. 13-11. Очередь подавать дошла до Тимофея Таганова. Ошибается Тимофей на подаче. Подача в аут. 12-13. Не разобрались с мячом на своей половине поля ребята из Кировской. 14-12. Илья Назаров готовится подавать. Попадает в самый уголок площадки. Красиво. Тайм-аут берет тренер Кировской. Перерыв. Звучит свисток на начало третьей партии. На подачу Кирилл Бойнов. Напоминаю, встречаются Кировская и Бауманская в отборочных соревнованиях на первенство России. Двойной блок. Тимофей Таганов, Алексей Каратенков блокируют атаку от Ивана Лаптева. 1-0. Бауманская выходит вперед.
продолжает подавать Кирилл Байнов. Укороченная подача. Мимо блока в линию. Не получается поднять этот мяч у Александра Антонова. 2-0. Продолжает подавать Кирилл. Байнов принимает этот мяч. Но потолок оказывается низкий для этой игры. Мяч ударяется в потолок. 1-2 на подаче Андрей Антонов. Кирилл Байнов атакует в аут. Недоволен такой игрой тренер. Очень строго что-то указывает Кириллу. 2-2. Нельзя в такой игре делать подарки такие. Илья Назаров. Кто-то из игроков Кировской задевает мяч. Мяч срезается в аут. Хотя на задней линии были готовы игроки Кировской принимать этот мяч. 3-2. Бауманская на одно очко опережает Кировскую в третьей партии. Алексей Каратенков готовится к подаче. Захар Новиков блокирует атаку от Ивана Лаптева. Игра продолжается. Тимофей Таганов подловил скидкой команду Кировская. Алексей Каратенков. От рук блокирующих мяч в ауте. Сказать, какая ошибка была у Кировской. Но арбитр отдает последний розыгрыш Бауманской. 5-2. Возможно было касание сетки. Не видел я, что показывал арбитр. Алексей Каратенков продолжает подавать. Захар Новиков. От рук Захара мяч опускается на пол площадки Бауманской. 3-5. Иван Лаптев на подаче. Илья Назаров! Хорошая доводка, быстрая передача и мощная атака. 6-3. Подача Тимофей Таганов. Эйс исполнение Тимофея Таганова. Либера Кировской. Беляйкин Сергей решил не принимать этот мяч и ошибся. 7-3. Кировская без атаки. Илья Назаров делает скидку, но там уже
караулил его высокий, самый высокий игрок в команде, Александр Антонов. 4-7, подача перешла Кировской. Подавать будет Егор Ковальчук, 10-й номер, шор Кировская. Кирилл Бойнов справляется с подачей, с приемом подачи. Пять семь. Ребята сместились поближе, чтобы принимать мяч сверху. Ой, Андрей Трипутен теперь не принимает подачу. Сделал себе установку принимать верхний мяч. Верхний мяч там по-любому не получилось бы принять. 6-7. Егор Ковальчук создает проблемы своей подачи Бауманской. Есть прием. Плохой прием у Ильи Назарова. Кировская сбрасывает переходящий мяч. И счет уже 7-7. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Продолжаем смотреть третью партию во встрече Бауманская-Кировская. Счет равный 7-7 на подаче Егор Ковальчук. Удачная передача, не дотягивается до мяча Кирилл Багарьян. Кировская выходит вперед. Егор Ковальчук создал большие проблемы Бауманской. И очень небрежно играет Илья Назаров. Путень уходит в запас либеро Бауманской. Для усиления приема Алексей Каратенко выходит на площадку. Подача Бау. Наконец-то сбился прицел у Егора Ковальчука. 8-9. Теперь подавать будет Илья Назаров. Справляется с приемом Кировская, но остается без атаки. И опять Андрей Трипутень. Почему у Андрея мягкие пальцы? Мяч улетает за голову. Не надо психовать, Илья. Не надо психовать. Это не поможет делу. 10-8. Кировская выходит вперед. Вернее, уже на 2 очка опережает Бауманскую. Александр Антонов готовится к подаче. Атака из шестой зоны. 11-8. Конечно же, Бауманской нельзя расслабляться. Выиграли две партии, это совсем не показатель. Кировская также обыграла Фортуну. Принимает атаку от Кирилла Бойнова. Но Бауманская не может защититься от атаки Кирилла Мельникова. 12-8. Продолжает подавать Александр Антонов. Что-то разладилось у Бауманской в приеме. И опять Илья Назаров не принимает подачу. Не надо расстраиваться, не надо. Забыли и играем дальше. Бороться до конца. Это совсем не повод расстраиваться. Атакует Кирилл Бойнов и опять попадает в блок. Кирилл отправляется в запас.
Неудачная игра, промежуток игры у Кирилла. Вместо Кирилла выходит Иван Клевцов. Посмотрим, что может сделать Иван в такой ситуации. 14-8. Кировский наращивает преимущество. Илья Назаров. Наконец-то получается атака у Ильи. Захар Новиков будет вводить мяч в игру. 9-14. Минус 5 у Баумовки в третьей партии. Кирилл Багарьян пробивает двойной блок Кировской. 10-14. Работает блок Алексей Каратенков. Длительный розыгрыш, кому же он достанется? Кирилл Мельников переигрывает Кирилла Бойнова на сетке. 15-10. Преимущество в 5 очков образовалось у Кировской. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Итак, региональные соревнования отборочные. На первенство России встречаются Бауманская и Кировская. Счет 15-10 в пользу Кировской в третьей партии. Ошибается Кировская. Задержка мяча фиксирует арбитр. У Антонова Александра 11-15. У Бауманской минус 4 в третьей партии. Подача готовится Кирилл Багарьян. Клевцов. Это вообще какая-то очень трагическая ошибка. Делает скидку под сетку. Вау! Как так может быть? Никто не мешал ему это делать. 16-11. Максим Козлов вводит мяч в игру. Вау! Ошибается Максим на подаче. 12-16. Иван Клевцов будет подавать. Тренер дает указания Ивану, кого из спортсменов и в какую зону надо подавать Ивану. Есть прием после атаки Ивана Лаптева. Илья Назаров! Надежно, мощно, беспощадно. 13-16. Минус 3 у Бауманской. Надо догонять. Надо догонять. Иван Клевцов продолжает подавать. Атака от Ивана Лапьева. От блокирующих мяч уходит вау. 17-13. Андрей Антонов, игрок команды Кировской 2007 года, усилятор. Илья Назаров требует поздравлений к себе, но проблемы пока не разрешены. Минус 3 очка у Бауманской. Третья партия, счет 14-17.
Алексей Каратенко будет подавать. Александр Антонов атакует мимо блока и увеличивает счет в копилке Кировской 18-14. Третья партия под угрозой для Бауманской. Иван Лапьев. Арбитр отдает этот мяч Кировской, ничего не показывая жестами. Илья Назар, видно, ошибся в чем-то. Подает Иван Лаптев. Александр Антонов, атака по диагонали. Не справляется с защитой Бауманская. 20-14. Очень уж большой разрыв. Не знаю, сможет ли сделать что-нибудь Бауманская в этой ситуации. Иван Лапкин вводит мяч в игру. Иван Лапкин атакует фаул. 15-20. Минус 5 у Бауманской. Подавать будет Тимофей Таганов. Андрей Трепутень принимает атаку со стороны Кировской. Скидка в котел Бауманской. Кирилл Мельников забил 21-й мяч, 21-15. Обратная замена. Ивана Клепцова меняют на Кирилла Бойнова. Илья Назаров пробивает двойной блок. 16-21 и выходит на подачу. Тайм-аут берет тренер Кировской. Итак, тренер Кировской в очередной раз пытается тайм-аутом сбить подачу Ильи Назарова. Посмотрим, получится ли у него в этот раз. Теряет переходящий мяч. 22-16. Вместо Кирилла Багарьяна на площадку выходит Роберт Манукян. На подаче Александр Антонов. Труп Захара Новикова мяч опускается на площадке Бауманской. 23-16. Бауманской, похоже, не спасти уже эту партию. Александр Антонов готовится к подаче. Кирилл Бойнов демонстрирует плохой прием в очередной раз. Так и не научился Кирилл качественно принимать мяч. Проходит атака со стороны Кировской. Андрей Трепутень справляется с приемом. А, конечно, сильно летел мяч. 24-16. Сет-гол в исполнении Александра Антонова.
Первый темп в исполнении Максима Козлова. Максим сбрасывает мяч в аут. 17-24. Подавать будет Захар Новиков. Мяч. 18-24. Тайм-аут берет тренер Кировской. Итак, сетбол в исполнении Захара Новикова. 18-24. Минус 6 у Бауманской. Кирилл Мельников забивает победный мяч в третьей партии. Счет по партиям 2-1 в пользу Бауманской. Борьба – это все, что сейчас важно. Перерыв. Возвращаемся смотреть напряженнейшую борьбу между Бауманской и Кировской за выход дальше в первенстве России. Четвертая партия. Счет по партиям 2-1 в пользу Бауманской. Атакует Иван Лаптев. Задевает кого-то из игроков Бауманской, блокирующих. 1-0. Кировская выходит вперед. Баут. Подарок от Максима для Бауманской. 1-1. Алексей Каратенков готовится к подаче. Тимофей Тагалов смягчает атаку от Ивана Лаптева. Илья Назаров. Атака из четвертой зоны. Его любимая позиция. 2-1. Бауманская выходит вперед. Алексей Каратенков продолжает подавать. Блок-аут. 3-1. Бауманской повезло немного. Иван Лаптев. Атака получилась у него по кросу. Мяч перекатился. Смягчил. Удалось поднять этот мяч Бауманской. Укороченная подача в исполнении Алексея Каратенкова. Не поднимает этот мяч Кировская. 4-1. Алексей Караденков. Иван Лаптев атакует, все у него получается. Никто не мешает Ивану атаковать. Он справляется с защитой Бауманской. 2-4. Андрей Антонов. Один из игроков усиления Кировской из команды 2007 года.
Кировской удается заблокировать атаку от Ильи Назарова. 3-4. На подачу по-прежнему Андрей Антонов. Блок-аут. 5-3. Тимофей Таганов выходит на подачу. Оставляю без внимания Ивана Лапкева. 4-5. Иван забивает и будет подавать. Илья Назаров блокирует девятого игрока Кировской, Кирилла Мельникова. 6-4. Подавать будет Илья Назаров. Подача в сетку. Сказывается нервное напряжение. Очень напряженный матч. Ковальчук готовится к подаче. Счет 5-6. Дамовская на 1 очко опережает Кировскую в четвертой партии. Задержку мяча фиксирует арбитр у Баумовской Кирилл Бойнов. Не получается Кириллу обыграть защиту Кировской. 6-6. Атаками из шестой зоны. В этой дуэли побеждает Иван Лапкев. Выводит свою команду вперед. 7-6. На подаче по-прежнему проблемный подающий для Баумовской Егор Ковальчук. Подача вау. Илья убирает руки и не ошибается. 7-7. Подача Захар Новиков. Также подает в аут. Учащаются ошибки. 8-7. Кировская впереди. Александр Антонов. Подача в сетку. Еще одна ошибка на подаче. Подряд три ошибки. И у Кировской, и у Бауманской на подаче. 8-8. Кирилл Багарян. Посмотрим, получится ли у него качественно выполнить элемент подача. Атака по тросу. Трос помогает Кировской выйти вперед. 9-8. Кирилл Мельников. Девятый игрок шор Кировская. Готовится к подаче.
по блоку. Блокирующих мяч уходит в аут. 9-9. Буквально ноздря в ноздрю идут команды. Цепляются друг за друга, цепляются за каждый мяч. Кирилл Войнов. Подает. Ну кому нужны вот эти хитрости? Второй раз Кирилл уже пытается укороченной подачей обмануть. И второй раз теряет мяч на подаче. Таким образом. 10-9. Кировская на шаг впереди. Максим Козлов на подаче. Андрей Трепутень. Скажем так, плохой прием мяча. И вот расплата за плохой прием. На 2 очка Кировская опережает Баумутку. Четвертой партии вместо Кирилла Бойнова в игру вступает Иван Жильцов. На подачу по-прежнему Максим Козлов. Андрей Трепутень, да что такое, Андрей, что с тобой? Либеро Баумутской не принимает очередную подачу. Кировская наращивает преимущество в четвертой партии. Тайм-аут. Закончил тайм-аут. Подает Максим Козлов. Четвертая партия. Баумовская, Кировская. Прием атаки Андрей Трепутень. Кирилл Бойнов. Ой, Кирилл Багарян скатывает мяч. И Иван Лапьев атакует по блоку от рук Алексея Каратенко. Мяч в ауте. 13-9. Кировская наращивает преимущество в четвертой партии. 4 очка преимущества у Кировской. Максим Козлов на подаче. Неудачный прием мяча у Ивана Клепцова. Андрей Трепутень, двойное касание мяча. Двойная замена у Бауманского. В игру вступает Кирилл Бойнов и Роберт Манукян. Счет 14-9. На подаче по-прежнему Максим Козлов. Так и не научился принимать подачи. Очень много ошибок у Кирилла. И похоже, это сыграет свою роль в этой встрече. Илья Назаров. Это уже просто нервы, нервы, нервы. Атакует Вау. 16-9. Тайм-аут. Произошел перелом в игре. Кировская давит Баумутку. Опять неудачный прием у Кирилла Бойнова. Иван Лапьев пробивает блок Баумовской. Баумовской ничего не может противопоставить сейчас в игре Кировской. Я скажу так, прям коренной перелом произошел в игре. Баумовская просто сдалась.
двойной блок Баумовской. 18-9. Разгромный счет. Я представляю, в каком состоянии сейчас находятся игроки Баумовской. Они понимают, что эту партию они тоже потеряли. Кировская на подъеме. Кировская поднимает атаки от Ильи Назарова. Это тоже психологически тяжело для Баумовской. Наконец-то получается Илье Назарову пробить блок Кировской, но счет уже 10-18. Очень большой отрыв у Кировской. Алексей Каратенков готовится к подаче. Захар Новиков, Тимофей Таганов выставляют двойной блок, но совершенно не защищает от атак Ивана Лаптева. Мяч падает под ноги. Это значит, что блок выставляется неправильно. 19-10. Разгром Баумовской в четвертой партии. И опять плохой прием у Кирилла Бойнова. Кто-то из игроков Баумовской в дальней части сетки зачем-то касается сетки. 20-10. Не знаю, сможет ли Баумовская восстановиться после этой ситуации. Глаза потухли. Полная растерянность. Кирилл Бойнов с кисой все-таки получается обмануть защиту Кировской. 11-20. Подавать будет Тимофей Таганов. Кировской 12-20. 8 очков. Очень большой разрыв. Продолжает подавать Тимофей. Подача в сетку. Болезненная ошибка. Не прибавляет сил Баумовской. 21-12. Баумовской опять нет приема качественного. Андрей Дрикутень принимает атаку. Мяч мечется над сеткой. И этот розыгрыш свою пользу отыгрывает Александр Антонов. Сталкивается первый десятый номер Кировской в борьбе за мяч. 13-22. Кировская набрала огромное преимущество. И опять на подаче Ильи тренер сбивает его игру тайм-аутом. Перерыв. Итак, 13-22. Баумовская проигрывает в четвертой партии Кировской.
Гладких атакует мимо площадки. .14-22 подает Илья Назаров. Эх, в исполнении Ильи Назарова. Илья рискует. И это приносит свои плоды. У меня в мыслях: Илья, не надо рисковать, но я здесь не советчик. Оставляет одного на сетке Александра Антонова. Кирилл Бойнов мог бы, конечно, ему помешать, но стоял, смотрел со стороны. 23-15. Эту партию также не спасти Бауманской. Будет пятая партия. Ксенофонтов готовится к подаче. Илья Назаров не принимает подачу от Кировской. 24-15, сетбол. Забивает 16 мяч. 16-24. Захар Новиков готовится подавать мяч. .16-24. 8 очков в разрыв четвертой партии. Ему перекатить мяч через блок. Кировска не поднимает. 17-24. Захар Новиков. Совершенно не работает блок Бауманской. Он вроде выставляется, но не мешает атаковать. 25-17. Счет по партиям 2-2. Готовимся смотреть решающую пятую партию. Перерыв. Итак, решающая пятая партия. Иван Лапнев атакует ваут. Партия короткая, до 15 очков. Блок-аут 1-1. Атаковал Иван Лапнев. От рук Андрея Антонова мяч в ауте. 2-1.
жесткое противостояние Кировская-Бауманская. Интереснейший матч подает Алексей Каратенков. Александр Антонов атакует в линию. Бауманская не справляется с защитой. 2-2. Подача Иван Лапки. В такой ситуации надо, конечно, показывать спорный мяч. Стоял рядом арбитр, якобы попал в линию мяча. Кировская выходит вперед. 3-2. После блокирующих мяч попадает в линию. Это просто какое-то везение. У Кировской 4-2. Тайм-аут. Итак, 4-2. Закончен тайм-аут. Подает Иван Лаптев. Кирилл Багарьян. Мощная атака по диагонали. У Кирилла все получается. Сокращается разница в счете. 3-4. Подавать будет Тимофей Таганов. Очень нервозный матч. Я-то нервничаю, представляю, каково там ребятам на площадке. Высоченный Александр Антонов помогает команде 8-го года обыгрывать Бауманскую. В этот момент хочется сказать, что так нечестно. Но если он 2008 года, все честно. Егор Ковальчук подает в аут. -5. -1 у Бауманской. Илья Назаров на подаче. Палочка-выручалочка Кировской. Похоже, он может решить исход встречи. 6-4. Иван Клевцов по своей старой традиции атакует в аут. Что не отработано на тренировках, вылазит сейчас в виде ошибок. Иван Клевцов помогает Кировской выигрывать 5-ю партию. 8-4. Переход площадками. Так Бауманская и не научилась качественно выполнять элемент прием мяча. Александр Антонов на подаче. Кирилл Багарьян, герой момента. Добывает для Бауманской 5-е очко, 5-8. Подавать будет Захар Новиков. Лаптев атакует в аут. -6. Бауманская
Ольга пытается догнать Кировскую в пятой партии. Не знаю, что за ошибка у Бауманской. Судья отдает это очко Кировской. Девять шесть. Короткая партия — это очень большой отрыв и очка. Хотя на первый взгляд кажется не критичным, но преодолеть будет трудно. На фондах Тимофей Заганов два раза вытаскивает сложные мячи, но последний раз мяч очень далеко отлетел. Андрей Трепутей не успевает к мячу. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Счет 10-6. Так, звучит свисток. Илья Ксенофонтов подает. Кирилл Войнов тихо обманывает защиту Кировской. В блоке стояли высокие игроки. Удалось Кириллу обмануть. Их 7-10. Минус 3 у Бауманской. Кирилл Багарян на подаче. Иван Лаптев. Создает проблемы Бауманской. Бауманская не может решить проблему Ивана Лаптева. 11-7. Максим Козлов готовится к подаче. Подача в сетку. 8-11. Кирилл Войнов будет подавать. Блокирует атаку Ивана Лаптева. 9-11, минус 2 у Бауманской. Тайм-аут берет тренер Кировской, перерыв. 9-11, минус 2 у Бауманской. В решающей пятой партии подает Кирилл Войнов. И опять в Алексея Каратенкова попадает мяч, но, к сожалению, от рук Алексея мяч опускается на площадке Бауманской. 12-9. Андрей Антонов на подаче. Атака Ильи Назарова, но везение на стороне Кировской. Мяч от блока опускается на площадке Бауманской. 13-9. Кировская близка к победе в этой встрече. 2 очка осталось заработать Кировской. Андрей Антонов. Илья Назаров наконец-то получается пробить до пола. Кировской 10-13. Подавать будет Алексей Каратенков.
пятая зона. Надежная мощная атака. 11-13. Напряженнейший матч. Тайм-аут. Выпускают Антонова Александра. Блок где-то в стороне от Александра. Атака в линию. 14-11. Матчбол. Иван Лаптев. Илья Назаров. Забивает 12 очко. 12-14. Тимофей Таганов готовится к подаче. Палочка-выручалочка кировская в этом матче. Александр Антонов, игрок команды 2007 года рождения, выводит победную точку в этой встрече. 15-12. Ну что ж, поздравляем Кировскую с победой в этой встрече. Ребята жмут друг другу руки. Достойные соперники. Играли хорошо. На этом мы с вами прощаемся. До свидания. До новых встреч.